Губернатор Приморья побывал в зоне специальной военной операции, где пообщался с земляками, служащими в отряде «Тигр». Олег Кожемяка привез необходимое оборудование и снаряжение, а также вручил бойцам краевые награды. Сегодня вы первые, кого мы награждаем этой медалью. К ней полагается денежное вознаграждение и краевые льготы, которые вам будут. Также губернатор сообщил бойцам, что в Приморье в настоящее время формируется уже третий отряд «Тигр». Сейчас вы возвращаетесь домой, к родным берегам, зная, что некоторые из вас после отдыха пожелали вернуться. Мы приветствуем такие решения. Уже мы готовим третий батальон, который также прибудет сюда после подготовки. Совершенствуем систему обучения, совершенствуем систему материального обеспечения. Отметим, медаль участнику специальной военной операции «Отряд «Тигр»» учреждена в Приморском крае по инициативе губернатора Олега Кожемяка. Размер единовременной выплаты, которая прилагается к награде, составляет 50 000 рублей. Анна Дьякова, новости на Восьмом.